25-й. Арсен Сазанов, 26-й. Футбольный клуб Туапсе запрошил удар. Вот так. Коварный мяч. Подача на ближнюю штангу. И... опасно было. Эту подачу. Подача штрафную. Удар головой. Снова Кабулов выигрывает. Играет. Заброс. Головой. Скидка отличная. Нет положения вне игры. Удар и... вот это да! Еще один шикарный момент. Туапсе упускает. Атаку продолжить. Ну что ж, будет прострельная передача. Нет, прострел, удар и... да как же так? Ну, я не знаю, что еще нужно. Не видит или не знает. Гол! 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 Димитрадзе! Снова в атаке Алания. Без нарушения правил. Какой подкат. Скрипник оставил ворота. Да. Угловой. Нет положения вне игры у Запорожцева. Отличная передача от Руденко. Запорожцев. Удар и выше ворот. Пенальти. Пенальти ставит арбит. Руденко. Разбег. Удар. Гол. 2-0. Удача, наверное, в районе 10-метровой отметки. Так она и есть. Резаная подача. Удар. И... от газона. Вот такой отскок. В расчете на Руденко. Руденко выигрывает здесь. Цепляют Руденко. И штрафной удар будет. Да, Руденко, конечно, в... ну, профессионалы такие штрафные должны исполнять. Гол! В 50-х, 90-х больше, ну. Ух, и вытаскивает сейчас Скрипник.